представляем вашему вниманию легендарный, всемирно известный бренд Nokia. В прошлый раз, в прошлом визите этого бренда, более 1500 удивительных смартфонов выбрали наши покупатели. И представьте, более 400 зрителей стали нашими покупателями, выбирая Nokia. Потому что сегодня вы можете выбрать один из трех вариантов цвета – зеленый, песочный и черный. Вы выбираете не просто смартфон, а смартфон с искусственным интеллектом. Но а кто же представит нам сегодня это, без преувеличения скажу, чудо? Дмитрий Логвинов 15 лет работает в Nokia. Он вывел на рынок более 300 моделей от кнопочных телефонов до современных смартфонов. Он знает все о том, как сделать вашу жизнь прекрасной. Дима, привет! Приветствую, Анжелика. Снова рад вас видеть в эфире. Почему Nokia покорила весь мир? Ну, Nokia стояла у истоков мобильной связи, всем хорошо известно это имя, это и первый смартфон, первое СМС, новейшие технологии, постоянная работа инженеров, ну или легендарное качество Nokia. Nokia, объединяющая мир, connecting people – это тот девиз, который на слуху у каждого. Внимание! 7999 рублей – цена только сегодня. Бесплатная доставка. Смартфон Nokia 2.3 откроет для вас безграничные возможности. И еще один сюрприз для тех, кто сегодня с нами. В подарок первые 500 покупателей получат вот такой чехол – и телефон, вот этот кнопочный телефон, благодаря которому вы тоже будете на связи 27 дней в режиме ожидания. Итак, это ваши подарки. Но, знаете, у меня телефон уже садится, зарядка у него к полудню, уже 50%. И нужно беспокоиться о том, чтобы его снова зарядить. Как же будет вести себя смартфон Nokia 2.3? Давайте узнаем у нашего эксперта. Хороший вопрос, Анжелика. Но смотрите, Nokia 2.3 – это устройство, которое целиком построено вокруг емкой батареи. Есть легенда, что 2 – это означает 2 дня без подзарядки. Супер. Как же он это делает? Во-первых, у нас есть искусственный интеллект, который оптимизирует работу батареи. Во-вторых, у нас энергоемкий процессор. Вау! Итак, 7999 рублей, подарки, телефон и чехол. Но что мы сейчас видим, Дима? Мы сейчас видим сравнение современного процессора и, скажем так, устаревшей модели телефона. Потому что технологии развиваются невероятно быстро. И как мы видим, у нас есть ощутимая разница между тем, как реагирует современный смартфон Nokia 2.3 и более старая модель. Быстрый запуск приложений, но при этом высокоэффективный процессор, который позволяет нам 2 дня жить без подзарядки. Вот смотрите, современный запуск, интернет-сервисы, видеосервисы. На одном он только запускается, на другом вы уже можете смотреть фильмы. Что значит 2 дня без подзарядки? Это ваши любимые сериалы и фильмы, это ваше общение с друзьями, это общение в соцсетях, это навигатор, который всегда под рукой. Вы не заблудитесь, это возможность найти то, что вам нужно. Вы представьте восхитительные Nokia, которые вы выбираете по самой лучшей цене сейчас. И в подарок получаете чехол и еще один телефон, который в режиме ожидания будет с вами 27 дней. Как еще экономит энергию наш смартфон Nokia 2.3? У нас здесь замечательный большой экран, который позволяет нам, во-первых, полностью видеть картинку. Видите, как они замечательно соотносятся современный модельный ряд и устаревший аппарат. Если мы говорим о том, что у нас экран, который потребляет до 35% энергии, он здесь большой, 6,2 дюйма, но при этом он яркий, и в нем используется замечательная технология Incel, которая позволяет нам экономить энергию в каждом пикселе. Класс. За счет тонкой подложки, за счет того, что это современный полимерный материал, он физически экономят электричество. Как? Класс. Вот, вот почему 2 дня ваш смартфон будет без подзарядки. В прошлый раз наши покупатели, в прошлый визит Nokia, более 1500 смартфонов, из них 400 штук выбрали для первой покупки. Присоединяйтесь и вы. 7999 рублей – это самая лучшая цена в стране. В подарок вы получаете еще один кнопочный телефон и классный чехол. Кстати, цена чехла около 1000 рублей. Вот он, посмотрите. И цена телефона
телефона тоже около 1000 рублей. Но это ваши подарки. Вот она первая покупка на телеканале Shop & Show. Nokia – это всемирно известный, легендарный бренд. У меня, кстати, и первый, и второй, и третий мобильные телефоны были именно Nokia. Ну а как же нам запечатлеть наши эмоции, впечатления, события, виды необыкновенные? Как Nokia позволит нам фотографировать как профи? Ну, собственно, здесь нам тоже на помощь придет искусственный интеллект. О, а у нас теперь темно. Смотрите, неважно, когда вы захотите сделать уникальную и неповторимую фотографию, даже когда становится совсем темно, Nokia справится и с этой задачей, и результат совершенно не пострадает. Вы выбираете сейчас смартфон Nokia 2.3 и по самой лучшей цене в стране. Батарейку Nokia будет держать, представьте себе, 2 дня. Трудно было себе представить, что подобный смартфон можно приобрести за 7999 рублей. Но на телеканале Shop & Show эксклюзивная рубрика «Электроника». И нам приятно предлагать вам сегодня легендарный бренд. И посмотрите, как он хорош. Градиентный переход цвета. Мы предлагаем вам черный, мы предлагаем вам зеленый. И у нас есть еще песочный. Великолепный шанс совершить свою первую покупку. Его приятно держать в руках. Он может абсолютно все. 2 дня вы будете в безопасности. Но возьмите с собой на дачу еще и этот кнопочный телефон, который вы получаете сегодня в подарок вместе с прозрачным чехлом. Ну и дизайн. Из чего складывается дизайн смартфона Nokia? У нас здесь яркий представитель скандинавского дизайна. Здесь у нас предельная функциональность, ничего лишнего, но при этом у нас абсолютно то, что нужно. Здесь прочный корпус из цельного поликарбоната, который очень сильно защищает ваше устройство, он держит воздействие, с которым телефон сталкивается каждодневно. Каждая деталь здесь подчинена тому, чтобы устройством было удобно пользоваться. Нескользящая задняя поверхность, которая имеет мелкую насечку, которую даже невозможно уловить глазом, которая не даст ему выскользнуть у вас из рук. Он великолепен со всех сторон. И самое главное, цена только сегодня. 7999 рублей цена. Ваши безграничные возможности. В подарок вы получаете кнопочный телефон и чехол. Если вы сейчас зайдете на официальный сайт компании Nokia, что вы там увидите? Цена 8990 рублей. А у нас 7999 рублей плюс 2 классных подарка, плюс бесплатная доставка и ваши безграничные возможности вместе с Nokia.